Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кунанова Аня, интернет-проект Faberlic Online. И сегодня мы с вами обсудим несколько новинок, ну как вы видите, не несколько, пару десяточков новинок от компании Faberlic за каталог 13 2016 года. И начнем мы с вами с серии Expert Pharma. Это моя любимая серия, которой я давно доверяю, давно пользуюсь, и никогда никаких нареканий у меня к ней не было. И она мне очень-очень понравилась. Итак, серия Expert Pharma нам с вами выпустила классную серию против выпадения волос. То есть это первое, значит, нам с вами нужно будет помыть голову против выпадения волос шампунем. Второе, это разогреть наши волосы разогревающей маской. И третье, это нанести концентрат против выпадения волос, одна ампулка на одно нанесение, да, то есть 6 ампулок тут. Итак, перейдем к шампуню. Артикул 1657 у него. Он укрепляет волосы и сокращает выпадение. Что о нем написано? Он содержит, как вам даже сказать, содержит уникальный комплекс, который снижает интенсивность выпадения волос. Он подходит не только для тех, у кого волосы выпадают, но и для тех, у кого редеют, слабые или для тонких. Он подходит мужчинам, женщинам. Идет 150 мл. Также по ГОСТу все у нас с вами, да, разработано. То есть, что он еще делает? Он идет как мягкий, моющий, бережно, очень не сушит кожу головы, то есть и внешний вид, делая волосы живыми, блестящими, да, то есть вот он такой вот, у него несколько действий. Он также к себе содержит кислородный комплекс Новофтем О2, который улучшает кровоснабжение и так далее, и так далее. Далее, значит, мы переходим к разогревающей маске. Я ее не удержалась, открыла. Вы знаете, правда горит, правда жжет немножечко, разогревает. Через 5-10 минут эту масочку нужно смыть. То есть вы моете шампунем голову, сушите полотенцем, да, чтобы волосы остались влажными. Потом моетесь, не моетесь, а наносите разогревающую масочку, ждете 5-10 минут. То есть это можно сделать быстро в ванной, да, пока вы там, к примеру, начали с головой. И концентрат для против выпадения волос в ампулах, его не нужно смывать, то есть вы уже выходите с ним на голове. Вот, то есть тут он то же самое, что содержит уникальный комплекс, который замедляет процесс выпадения волос и стимулирует рост новых здоровых волос. Артикул 8349, 100 мл. Я его нанесла. Если честно, я держу уже минут 15 и до сих пор горит. Да, до сих пор он горит, он такой идет долгоиграющий, жжет не сильно, не то чтобы там до слез, а просто чувствуется приятное тепло. Вот, для тонких, слабых и редеющих волос. То есть я взяла, потому что волосы у меня тонкие, слабые, слава богу, не редеющие, не выпадающие, но укрепить, я думаю, всем иногда надо укреплять волосы, просто комплексно. И перейдем с вами к концентрату против выпадения волос. Они шли в таких вот ампулках, их шло 6 штучек. Что хочется сказать, мое личное наблюдение, да, то есть если маску надо смывать, то концентрат смывать не нужно. Что он делает? Вы его просто после того, как сняли маску, подсушили волосы, вы просто делите на прядки, да, на прядки делите свои волосы и наносите на кожу головы, тихонечко массируете. И что мне понравилось, то что вы дальше можете делать и прическу, все что угодно. Он идет что-то типа как водичка, он не повредит никогда ни кожу головы, не повредит вашу прическу, не повредит внешний вид, то есть он не ужирняет, не утяжеляет волосы. То есть вещь просто классная. И, конечно, самое классное, что тут 6 штук по 5 мл, то есть ампулки большие. И он пробуждает волосяные фолликулы, поддерживая здоровое сияние кожи головы. Также он стимулирует микроциркуляцию головы и улучшает питание корней. Можно наносить и на сухие волосы, и на влажные волосы. Интенсивный уход – это одна капсула ежедневно в течение 6 дней. Также он поддерживает
можно поддерживать, да, то есть если у вас сильно выпадают волосы, вы можете прям каждый день по капсуле тратить, а можете просто от 1 до 3 раз в неделю пользоваться в течение 3-4 месяцев, да, для поддержки. То есть, ну, я думаю, буду 3 раза в неделю их использовать. То есть все зависит от степени интенсивности выпадения волос, да, то есть и рекомендуется данную процедуру проводить не менее 2 циклов в год, да, к примеру, весной, осенью или летом, зимой. Также хочется показать вам вот эту капсулку. Я одну уже выдавила, чтобы вам дать достоверную информацию. Волосы на самом деле не утяжеляются. Тут идет такая крышечка, она открывается, закрывается. Единственное, что мне не понравилось, проблемно отломить. Эта капсулка была вот тут вот посерединке, но когда я пыталась отломить вот эту крайнюю, то сломался носик вот у этой вот, да, и пришлось мне использовать серединку. Да, то есть вот он прям отломился и все, вот использовать серединку. Но я думаю, это вообще не проблема. Я считаю, что это не проблема. Так, артикул у концентрата 8350. Артикул тут 5, 6 штук, 5 мл. Разогревающая маска артикул 8349, 100 мл. И шампунь идет 150 мл, артикул 8348. Также Эксперт Фарма нас решил побаловать еще и зубной пастой, и зубной нитью. Зубной нити, конечно, у нас очень-очень не хватало. А зубная паста — это просто находка для меня, потому что это как раз для меня она. Почему? Потому что она идет, заявлена как мгновенное снижение чувствительности, да, то есть если ваши зубки страдают от перепада, холодные, горячие, и начинают болеть, да, то есть вот если что-то кислое, да, то есть зубки сразу сводит там, от куда-то от конфетки, да, попало, да, и зуб заболел. То есть вот это как раз зубная паста, она идет для вас. Вещь классная, то есть стоит она хорошо. Тут она была в защитной, в такой вот пленочке. Я ее сняла, чтобы посмотреть, каким она цветом, и вам рассказать. Да, то есть вот такой вот цвет, сконцентрируется или не захочет, не знаю, не захотела. Ладно, поедем дальше. Она идет 75 мл, артикул 1657. Также все по ГОСТу, все протестировано. Компания выпускает свою продукцию стандартом ГОСТ, Санпин. То есть даже не сомневайтесь в качестве. Также хочется сказать, что эта паста содержит, во-первых, активное соединение кальция. Это как раз-таки эффективно снижает и блокирует чувствительность нервных окончаний. Также она идет с мягкими очищающими компонентами, которые бережно и эффективно очищают поверхность зубов. Далее, биоактивный кальций, он у нас с вами укрепляет и восстанавливает эмаль зубов, уменьшает восприимчивость зубов к перепаду температур и резким вкусом. И также кислородный комплекс Novoftem O2, который улучшает кровоснабжение десен, предупреждает развитие воспалительных явлений в полости рта и укрепляет и защищает десны. То есть он у нас с вами идет как протестированный. Вот я даже нотацию, если получится, увеличить. Да, он у нас с вами идет как протестированный. И также очень приятно, что она, эта зубная паста, безопасна при случайном проглатывании. Это тоже здорово, это тоже замечательно, это тоже классно. Это такая коробочка, я просто сделала ее плоской, да. Вот. Зубная нить тоже у нас с вами очень интересная. Артикул этой зубной нити 1614. Что она делает? Да? То есть она чистит зубки, да, там в ресторанчике, после мятки, еще что-то, после мяса. Очень часто у нас в зубах остаются остатки пищи, да, которые. И вот эта нить, она может легко убрать остатки пищи. Артикул 1614. Открывается она очень интересно, да, то есть таким вот образом. Тут у нас идет, так, концентрируйся, вот такая вот ниточка, да, то есть нам сколько нужно отмерили, зубки почистили, взяли и отрезали. И вот она, ниточка отрезанная, такая вот тоненькая. Тут у нас идет 25 метров нити, поэтому она долгоиграющая, хватит вам ее надолго. Также я ее открыла.
открыла посмотреть, что там внутри у нас, да, то есть тут такой идет моточек, да, вот такой моточек с ниточками, да, и вот в принципе все устройство, простое устройство, очень удобное в применении, да, то есть я вставляю вот в эту дырочку, так не видно, не хочет, да, концентрироваться, то есть я вставляю вот в эту дырочку, закрываю, и вот тут вот она торчит, висит, да, то есть я отрезала то, что потрогала, и вот потом отсюда беру, да, то есть очень удобно, безумно классно, мне очень нравится. Итак, о серии Expert Pharma мы с вами поговорили, и перейдем с вами к мылу. Мыло натуральный запах, если это жасмин, то это жасмин. То есть две новиночки такие. Одно мыло называется «Милый жасмин». Оно идет артикул 8548, вес 65 грамм у него. Очень сильный аромат жасмина. Оно не легонечко пахнет, прям интенсивный такой аромат. И второе мыло это идет грациозный гиацинт, тоже 65 грамм, артикул 8564. Они идут в таких вот упаковочках, тут я низ обрезала. Мягонькое, да, достаточно, я его на каточком потыкала, то есть это мыльце мягонькое. Вот, далее, что мне очень понравилось, обалденно, прямо круто, прямо классно, такие ароматы освежающие, мне очень-очень нравятся, да, то есть, во-первых, это новая серия La Creme. Она идет вся с молочными протеинами, то есть она увлажняет, ухаживает кожу, да, то есть или защищает, или увлажняет, или питает. Она каждый гель для душа что-то делает. Так вот в этой серии у нас идет смягчение, бережная забота и тонизирование, природная энергия. Артикул у клубнички 8394, 250 миллилитров. Артикул у грейпфрута 8390, тоже 250 миллилитров. Клубничка идет с натуральным прямо ароматом, сильным клубники, очень-очень приятно. Грейпфрут тоже приятно, такой натуральный, горький аромат грейпфрута. Прям горчинка такая чувствуется в запахе. Обалденно, обалденно, я это люблю, мне это нравится, мне это надо, я буду их заказывать. Также, что мне еще понравилось, то, что они... После них кожа не сохнет, после них кожу не стягивает, мне это надо. Да, конечно, я смотрела отзывы блогеров, да, которые профессионально занимаются съемкой, да, то есть я не блогер, я просто вам рассказываю про новиночки, но есть блогеры, которые говорят, что он плохо пенится. Так вот, если, конечно, блогеры сравнивают это с нашими гелями для душа, которые идут, гель для душа-пена для ванны, то понятно, что гели для душа будут очень хорошо. Хорошо пенится. Это же идет крем-гель для душа, и он на самом деле, да, он создает меньше пены, но он отлично очищает кожу, все замечательно, просто ее меньше стягивает. То есть летом мы могли с вами пользоваться простыми гелями для душа, да, потому что 5 раз в день моемся и все равно потеем, потому что жара, да, потому что не хочется, да, неприятных запахов. Тут же мы помылись, допустим, сходили в душ утром, сходили в душ вечером, и наша кожа не высохла, не повреждена, она у нас с вами не увядает, особенно женщины вот после 30, да, вот мне сейчас 32 года, и я это прекрасно понимаю, что гель для душа простой я буду использовать только летом в жару, а вот такие гели для душа мне хочется использовать для своей кожи уже, потому что мне более 30 лет. Далее, очень-очень мне понравилась серия про эликсир. Я ее хвалила неоднократно. Кто ходит, конечно, на мои вебинары, они идут по бизнесу, они идут не по продукции. Но вы знаете, эту серию я не могла не похвалить ни разу. Когда у меня спрашивают, Аня, что, какую серию купить, да, то я говорю, если вы не будете отвиливать, да, то есть заказали, поставили на полку и думаете, что она вам поможет, да, или заказали
заказали, все пооткрывали, а через полгода начали пользоваться, или опять-таки заказали, один раз нанесли и ждете, что у вас все подтянется и цвет лица изменится, то это, конечно, не про эту серию. Эта серия, она идет не мгновенного действия, но после нее очень долгий, приятный результат, прям освежающий. Когда у меня закончилась в прошлый раз эта серия, сейчас она идет обновленная, то я чувствовала подтянутость лица еще несколько месяцев, да, и я вам честно признаюсь, что кожу нельзя держать без защиты, без всего, но я месяц вообще ничем не пользовалась, мне так понравился этот эффект от этого Пролексира, и, конечно, когда Пролексир серию начали выпускать новые упаковочки, я, конечно, сразу заказала все. Я заказала дневной крем, ночной крем, я заказала гель для век, я заказала маску для век, я заказала гель-маску для лица, я заказала, забыла, как называется, сыворотку защита молодости, я, конечно, заказала также мицеллярную воду. Хочется сказать, что немножко изменился аромат, он стал какой-то такой чуть-чуть легко-сладковато кисленький, да, то есть аромат реально изменился. Эта серия также осталась на основе гиалуроновой кислоты. Зачем она нам нужна? Нужна она нам, потому что с 30 лет в коже замедляется активная выработка гиалуроновой кислоты, поддерживающей водный баланс в клетках и препятствующей ее старению. Поэтому оно нам из-за этого и надо. Да, то есть серия Пролексир на основе пептидного комплекса Пролексир S20 и гиалуроновой кислоты, она создана специально для интенсивного увлажнения и профилактики старения. То есть профилактика, она нам, в принципе, всегда обходится дешевле, чем восстановление. Поэтому мицеллярная вода, она подходит для глаз, для лица, для губ, для всех типов кожи. Она очищает и смывает макияж. То есть вам это идет как умывание, да, сухое умывание. Она также у нас с вами идет... забыла объем, по-моему, 200 миллилитров, если я не ошибаюсь. Да, она идет 200 миллилитров. Артикул 0721. Также идет в составе и пептидный комплекс S20, и гиалуроновая кислота. И в составе еще в мицеллярной воде содержатся мицеллы, от этого и произошло название. И эти мицеллы, они имеют свойство захватывать грязь и оставлять в своих вот таких вот частичках, да, то есть удерживать, забирая с поверхности кожи, удерживают их внутри себя, и затем легко удаляются при помощи ватного диска. Вот я вот это вот тут прочитала. Вот, значит, вот такая вот обалденная водичка, она идет, вот кто не любит умываться, она вам вполне подойдет, да, очень-очень даже подойдет. Далее, сыворотка Пролексир, это, конечно, та вещь, которую я периодически заказываю, она очень часто бывает по акции, и она очень-очень симпатичная. Во-первых, давайте с вами откроем ее, да, то есть вот она идет. Тут стеклянный такой, как вам даже сказать, то есть вы нажимаете на пипеточку, туда крем входит и потом выдавливаете на лицо. А глаза не трогать этой сывороткой, то есть вокруг глаз не наносить. Она очень сильная, она преображает кожу, да, то есть... Она именно идет уже не для вокруг глаз. Она идет очень интенсивная. Гель вокруг глаз, когда я его использовала, конечно, очень приятно. Отечность, синяки. Ну вот если вы с утра встали и вы сильно отекли, то этот гель, он не особо так исправится. Справятся вот эти вот штучки с отеками. Мне очень понравилось их действие. Это у нас с вами идут как гелевая маска патч для кожи вокруг глаз с гиалуроновой кислотой и коллагеном. То есть такая вот вещичка классная. Я одну нанесла, потому что мне же нужно вам что-то рассказать про нее. Поэтому я одну достала, а вторую я еще только приоткрыла. Во-первых, она идет такая вот блестящая, да, видите, прозрачная, гелевая на самом деле. И она идет очень влажная. У меня вот прям все руки сырые, пока я вам показываю. Она идет очень влажная, чем-то пропитанная. То есть в каталоге она какая-то серенькая, непонятная. Сейчас я вам даже найду, да. То есть вот так вот она
представлена в каталоге, да, как будто какая-то серая, непонятная, да, но на самом деле она очень даже красивая, и на глазах смотрится так прикольно, блестят, и вы знаете, вот эти блесточки, они на коже как раз таки остались. Маску нужно держать вокруг, по-моему, 15-20 минут, подождите минуточку, применение. Так, отделите, так, 20-25 минут ее надо держать. Вот даже как долго примерно.